вот то настроение, даже то, что здесь вот мы присутствуем, участвуем, вот это и есть начало начал, это очень актуально. Актуальная сила там, где люди объединены. Вот и наступил такой момент в это сложное время в нашем государстве, такое, что разные возникают оппозиции, притом очень вредные, они обязывают объединяться. И вот это объединение не только в верхних там инстанциях, органах и так далее. Вот в таких малых городах, и мне думается, вот, что вы лично, как мэр, это чувствует и ваша команда, что именно вот объединение друг друга, бережливые отношения. И вот я согласна с Лев Абрамовичем к людям, ну, может быть, я нескромно скажу, нашего поколения. Почему? Потому что уже у нас и силы, может быть, не те. Может быть, и знания у нас не те. А когда мы объединены, то это и есть наша сила. Вот если бы у меня сейчас спросили, что бы вы сказали об образовании? С высоты уже своих седых я скажу, я горжусь. Горжусь тем, что в этой образовательной системе я нахожусь. Мне не стыдно, потому что я вижу при всех проблемах, задачах, которые решаются в городе по образованию, они на правильном пути. Но, Валерий Васильевич, они, может быть, так не скажут, как я, не теряя ничего, скажу. Очень сложно им сейчас работать. Вот в наше время, когда нападки идеологические, политические, экономические и так далее происходят. И поэтому вот одна из просьб моих, как образовальщика, что ли, ну, беречь надо людей, которые у нас сейчас работают в образовании. Это вот одна из моих, так, ну, просьб, что ли. А все, что будет зависеть вот от меня, как от человека, я, насколько здоровья у меня хватит, я буду здесь, буду работать, буду в какой-то мере сказать, помогать. Что помогать? Они профессионалы, они образованные люди. И просто поддерживать их.